В отдаленных районах Ямала началось досрочное голосование на выборах губернатора Тюменской области. Члены избиркома на катере 3 часа добираются до поселка Пельвож по реке Харпосл. С собой везут переносной ящик для досрочного голосования. Анна Терентьева живет вдали от городской суеты почти 70 лет, но к выборам относится ответственно. Для чего? Чтобы люди жили лучше. Это главное. Я, например, вот с 18 лет голосую, одно голосование только пропустила, все голосования прохожу. В селке Пельвож прописано порядка 300 человек, но по факту проживает меньше. Тем более сейчас, когда есть возможность добраться до города водным транспортом, население поселка преимущественно находится в городе. Здание местной пожарной части на несколько часов превратилось в избирательный участок. За 4 часа проголосовали больше 3 селян. Урну номер 1 распечатают вместе с остальными 10 сентября. И до 9 числа в досрочном голосовании на Ямале смогут принять участие порядка 20 тысяч человек.